Федерер выиграл турнир в Майами. Швейцарец обыграл Изнера в финале всего за час. Швейцарский теннисист Роджер Федерер выиграл турнир в Майами и завоевал 101 и краткий титул в своей карьере. В финальном матче турнира категории Мастерс 1000 в Майами 4-й сиенный Федерер в двух сетах обыграл американца Джона Изнера. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты и закончилась со счетом 6-1, 6-4 в пользу швейцарца. 37-летний Федерер 6 раз подал на вылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейкпоинта из 10. Для Федерера это 4-я победа на турнирах в Майами. Также швейцарец провел свой 50-й краткий финал в турнирах серии Мастерс. По материалам сайта news.com.